Майский парад на площади, всюду военная стать. Прячется НАТО за рощами, надо им всем показать. Пусть и народ развращен и слаб, пусть ест химический сбор. Главное, скрепы завидуй, Трамп. Ты провокатор и вор. Мы же великая держава. Мы, знаешь, можем повторить. Шопинг, маркетинг, офшоры, кредиты, букинг, менеджмент, бизнес, хип-хоп и фастфуд, Apple и Windows, бутики, дресс-коды и луки. С кем вы воюете, враг уже тут. Нет, на себя они не нападут. Для чего цирк, если враг уже тут? Нет ни единой традиции, ни одной русской черты. Нет ни устоев, ни принципов, не отыскать доброты. Кто мы теперь на своей земле? Есть ли какая-то связь с теми, кто в танках горящих тлел за наше счастье борясь? Сможем ли мы хотя бы что-то восстановить и возродить? Шопинг, маркетинг, офшоры, кредиты, бизнес, хип-хоп и фастфуд, Apple и Windows, бутики, дресс-коды и луки. С кем вы воюете, враг уже тут. Офисы, дилеры, рейтинги, комеди-клабы, блогеры, тренинги, ланчи, фриланс. Капитализм, телешоу, ноу-хау и стартапы. С кем вы воюете, враг внутри нас? Мы завоеваны, враг внутри нас. Что кроме слова осталось от нас? Кроме имен, что осталось от нас? Что же осталось с тобою?